Цирк Филатовых – это классический русский цирк в лучших традициях. Его основа – трюки и мастерство артистов, как людей, так и животных. Мы вот к вам приехали всей семьей, мы соединились. Здесь работает и моя дочь, и мой зять, и мой сын. И причем получилось так, что у них жанры совершенно различные. Это и дрессура, и клоунада, и иллюзия. То есть зрители будем удивлять всеми жанрами, которые большей частью находятся в цирке. Зрителя ждет масса впечатлений. Четко отработанные номера акробатов, эквилибристов. Под куполом цирка будет парить лауреат международного фестиваля в Париже Сергей Золотухин. Большую часть времени в программе цирка Филатовых на арене животные. Многие номера спектакля рассчитаны на детскую аудиторию. Здесь и пеликаны, и верблюды, и лама, и дикобразы, то есть, ну и, конечно, 14 медведей. И, то есть, вот такое разнообразие животных можно увидеть не в каждой программе. И я очень считаю, что это очень правильно, потому что цирк Филатовых – это всегда животные. Визитная карточка цирка Филатовых – медвежий цирк, который оставил свой след на всей планете. Создателем аттракциона был Валентин Филатов. Теперь дрессурой косолапых хищников занимается его внук Александр. Спустя годы репетиций, благодаря огромному терпению и труду дрессировщика, медведи обучаются ездить на велосипедах, роликах, мотоциклах. Бурым хищникам под силу все. И хождение вниз головой, и ловкость лап, в которых оказывается то бочка, то факел. Медведи вообще очень похожи на человека своим характером, своими повадками. Вот, умные животные, даже вот, если раньше говорили, что он там ничего не... Да нет, это не увольни, это как раз очень своеобразный такой зверь, очень к себе требует отношения, очень такого правильного, наверное, я бы сказала, отношения. То есть и сюсюкаться с ним нельзя, и в то же время надо знать, что хозяин не он, а человек. И тогда вот это должно производить на него впечатление, что выше него есть кто-то. Иначе дело плохо, это хищник. И об этом забывать никогда нельзя, тем более он хитрый хищник, он из-под тишка все делает, не напрямую медведь, а именно из-под тишка. Это вот надо всегда знать, и как вот мой папа говорил всегда, держите глаза сзади, чтобы вы видели все, что вокруг вас творится. Начало гастролей цирка Филатовых в Брянском цирке 1 ноября. Побывать в уникальном мире трюков от людей и животных все желающие смогут до 7 декабря. Александра Седачева, Евгений Седачев, «События Брянск».